Ребят, ну вот начал осваивать в Юрмале огород. Начали мы с тыквы. Вот посмотрите, какая тыква у нас уже подрастает. Вот. Потом, ну, говорят еще, что вот северный климат. Ну, в действительности нормально растет. Гранаты. Ну, знаете, свои домашние такие. Вот. И миндаль. Вот растет уже миндаль, видите, выходит. Скоро начнем есть миндаль. Ну, конечно, что-то приходится выращивать в теплице. Помидорчики всякие. Все-таки помидорчики хиленькие пока. Но все-таки климат северный. Ну и, конечно, тут в Юрмале перцы удались. Посмотрите, какие перцы. Замечательные совершенно, красавцы. Вот такой вид перцев. Похож на патиссончик, а это перец. Причем в зависимости от того, с какой стороны кусаешь, разный вкус. Сейчас вам полоны какие, а? Перцы. Монстры, а не перцы. Вот такое беспокойное хозяйство. А вот там у нас растет, чтобы вы думали, ну, конечно же, имбирь. Традиционное латышское лакомство. Наши ребят, вы, наверное, догадались, что это не Юрмала, тоже хорошо. Это я в Испании у друзей. Вот у них такая красота тут.